Слава Богу! Приветствую, принцессы! Как вы? Какие все радостные и красивые! Прям все в меня! Вы такие красивые! Моей красоты, конечно, я ж звезда! Всем звездам звезда! Как корабль назовешь, так и поплывет! Так мы же все первенцы, все двойняшки, тройняшки, четверняшки, пятерняшки, Ну, все шестерняшки. от одной крови! Миллион. Да. У меня вот такое зеркало с одной стороны нормальное, с другой стороны увеличивает. Ко мне Олеся приехала, я смотрю сегодня в эту сторону, где увеличивает сильно. И говорю, все люди как люди. Я просто красавица. Какая я красивая, кому же я достанусь? Ой, слава Богу. Когда Как-то весело, так весело. громче тебя хочется слышать чего-то. Нет? Как-то вот так. Громче. Ну, у меня вроде как на всю. На всю. Может, ближе пододвинуть тогда его чуть-чуть. Планшет. Я тут понастроила целых баррикад, чтобы нормально оно так немножко было. Аллилуйя. Ну Что насчет? что, помолимся немножко, драгоценный отец. Спасибо тебе. Мы так благодарны тебе за этот прекрасный день. Мы благодарим тебя, Отец, за то, что ты нас всех собрал, соединил, за то, что мы всегда в тебе, а ты в нас. Мы благодарим тебя за это время, за это общение, Дух Святой. Мы просто счастливы, что ты нас всех вот омываешь кровью. Мы одно тело, мы один организм, у нас одна кровь, одна кровеносная система. Мы мыслим, как наш Отец, у нас мысли праведника. Мы о себе думаем, как о самом праведном, о самом совершенном человеке, потому что мы и есть Иисус, мы и есть тело, в котором живет Бог. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты избрал нас, чтобы жить в нас, чтобы жить в нас, чтобы мы были твоим телом, твоим домом. А ты наш Бог, который живешь в нас. Мы так благодарны тебе, Господь, за радость, которую ты нам даешь своим присутствием всегда. Ты всегда даешь нам торжествовать во Христе Иисусе. Ты всегда наполняешь нас твоим светом. Мы победители, мы славим тебя, мы благодарим тебя, мы превозносим твое святое имя. Ты драгоценный наш, радуйся вместе с нами, веселись, потому что мы собрались, чтобы прославить тебя. Мы собрались, чтобы насладиться тобой. Слава тебе, великий Отец наш, возлюбленный наш. Аллилуйя! Прославим Господа. Слава тебе, мой Господь. Окси, ты где, принцесса? Я тут, дорогие. Давай, дорогая. Мы сегодня вновь с этим праздничным столом. Позывные от папы уже звучат. Давайте все рассаживаемся. Вел наш папа. Он устроил для нас этот мир. И мы на этот мир можем приходить всегда. Как только захочет. Спасибо, папа. Этот шикарный стол. На виду врагов наших, если они вообще есть. Если они еще осмеливаются показываться на нашем горизонте. Если они еще осмеливаются, то мы видим себя с этим шикарным столом. Аллилуйя. Ты победил всякий плен, ты разбил всякий страх. Царство в Духе Святом здесь и
сейчас дышу я славой твоей, ей полна вся земля, здесь на небесах, здесь на небесах. Дыши этой славой Отца, этой победы Иисуса, этой мудростью Духа Святого. Как здесь чудесно, как много всякой кошерной еды для нас с тобой, потому что победил всякий бред и разбил всякий страх. Царство в Духе Святом, здесь и сейчас. Дышу я славой твоей, ей полна вся земля, здесь на небесах, здесь на небесах, здесь на небесах. Аллилуйя, аллилуйя, мне хорошо, аллилуйя, аллилуйя. Внутри торжество, аллилуйя, аллилуйя, скажи мне хорошо, аллилуйя, аллилуйя, внутри торжество, эй, внутри торжество, эй, мне так хорошо. И разбив всякий страх, царство в Духе Святом. Здесь и сейчас дышу я славой твоей, Отец, ей полна вся земля. Здесь на небесах, здесь на небесах, здесь на небесах. Аллилуйя, аллилуйя. Мне хорошо, аллилуйя, аллилуйя, внутри торжество, аллилуйя, аллилуйя, мне хорошо, аллилуйя, аллилуйя, внутри торжество. Скажи, мне хорошо, я облекаюсь в любовь и одежды торжества. Мне победа дана, вкушаю с твоего стола. Дышу я славой твоей, ей полна вся земля. Здесь на небесах, здесь на небесах, я облекаюсь в любовь и в одежды торжества. Мне победа дана, вкушаю с твоего стола. Дышу я славой твоей, ей полна вся земля. Здесь на небесах, здесь на небесах, здесь на небесах. Аллилуйя, аллилуйя. Мне хорошо, аллилуйя, аллилуйя, внутри торжество, аллилуйя, аллилуйя, мне хорошо, аллилуйя, аллилуйя, внутри торжество, эй, мне хорошо, эй, внутри торжество. Эй, мне хорошо, эй, внутри торжество, здесь на небесах, здесь на небесах, здесь на небесах, здесь на небесах, здесь на небесах. Здесь на небесах. О-о-о.
на небесах, за этим шикарным столом. Здесь на небесах, на этом торжестве. Здесь на небесах, говори. Я здесь на небесах, на мне брачные одежды. Я здесь на небесах, увидь эти одежды, которые на тебе одеты. Здесь на небесах, какого они цвета, какая у тебя прическа. Здесь на небесах. Здесь на небесах ты можешь выбрать эту праздничную одежду. Здесь на небесах главное, чтобы внутри тебя было торжество. Здесь на небесах, здесь на небесах, о, торжество, мир внутри тебя. О, любовь внутри тебя, доверие Отцу внутри тебя, общение с Отцом внутри тебя. Как ты одет здесь на небесах, здесь на небесах, здесь утираются все слезы. И никакая печаль тебя не находит на небесах, поверь. Никакая горе, беда тебя не найдет, если ты будешь на небесах. Если ты будешь на престоле славы. Скажи, я здесь на небесах. Здесь на небесах. Здесь на небесах. Аллилуйя, аллилуйя, мне хорошо. Аллилуйя, аллилуйя, внутри торжество. Аллилуйя, аллилуйя, мне хорошо. Аллилуйя, аллилуйя, внутри торжество. Мне так хорошо, ты даже скоро, мне так хорошо. Наш отец, наш папа, это папа, это Бог изобилия. Моя земля.
моя, о, моя земля, изобилия, о, Иисус, кровь твоя, это кровь твоя, моя земля, изобилия, о, Иисус, кровь твоя. Моя жемчужина, о, Иисус, кровь твоя, победа твоя, кровь твоя, победа моя, жемчужина моя, мое поле изобилия, Иисус, кровь твоя и победа моя, кровь твоя и победа моя, поле мое. Где я нашла эту жемчужину? Папа вел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, и новое вино течет. Папа вел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, и лучшее вино течет. Скажи, папа, вел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, и новое вино течет. Да-да-да, папа, вел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, и новое вино течет. Папа, далей, далей, с неба течет, налей. Папа, еще налей, с неба течет, налей. Папа, далей, далей, с неба течет, налей. У, папа, налей. Я это жемчужина, ладно. Я его жемчужина, на него похожая, получил в наследство я землю изобилия, ароматами дышу, в его славе я хожу. Да я его жемчужина, драгоценность Божия, я его жемчужина, на него похожая, получил наследство я землю изобилия, ароматами дышу, в его славе я хожу. Ведь папа вел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, и новое вино течет. Папа, землю изобилия, там, где молоко и мед, новое вино течет. Эй, послушай, нищета, давай до свидания. Получил наследство я землю процветания. Я никогда не выйду из него. Действует во мне сейчас с неба откровение, что папа вел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, новое вино течет, с неба течет елей. Папа, налей, налей, с неба течет елей. Папа, еще налей, с неба течет елей. Папа, налей, налей, с неба течет елей. Папа, еще налей, ведь я твоя жемчужина, драгоценность Божия, я твоя жемчужина, папа, на тебя похожая. Получил наследство я землю изобилия, ароматами дышу, в твоей славе, папа, я хочу. Ведь ты вел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, и новое вино течет. Ведь ты вел меня изобилия, там, где молоко и мед, новое вино течет, и с неба течет тебе, еще налей.
Аллилуйя! В этот елей изобилия! Аллилуйя! У, слава, слава, Отец! В этом елей изобилия! Мы живем с вами! У! И он говорит, живи, сынок! Живи, сынок, в этом стане! Живи, живи, живи! Потому что ты выбрал жизнь, и это не отнимется у тебя. Эй! И мне легко. Аллилуйя. Мне легко жить, скажи. Мне легко жить внутри папы, внутри Бога. Мне легко жить. А я живу. Мне жить легко. А я живу. Внутри любви вино, а я живу, мне жить легко, а я живу. Внутри любви вино, а я живу, мне жить легко, а я живу. Внутри любви вино, а я живу, мне жить легко, а я живу. Я даже и ничего нет невозможного, ведь папа мой, Господь, Господь. И ничего нет для меня сложного, ведь я живу, скажи, и я живой. И ничего нет невозможного, ведь папа мой, Господь, Господь. И ничего нет для меня сложного, ведь я живу, и я живой. Я слышу, сын вернулся домой. Слышишь? Сын вернулся домой. Сын вернулся домой. Закатим пир горой. Я слышу, сын вернулся домой. Слышишь слова папы? Сын вернулся домой. Сын вернулся домой. Закатим пир горой. Я слышу, сын вернулся домой. Сын вернулся домой. Сын вернулся домой. Закатим пир горой. Я живу. Мне жить легко. А я живу. Поп любви вино. А я живу. Мне жить легко. А я живу, я так живу, ведь ничего нет невозможного, ведь папа мой, Господь, Господь. И ничего нет для меня сложного, ведь я живу, и я жива. А в доме папы так живу, в доме папы пир горой. Я вернулся домой, меня не заменит никто другой. А в доме папы так живу, в доме папы пир горой. Я вернулся домой, меня не заменит никто другой. А в доме папы так живу, в доме папы пир горой. Ты вернулся домой, тебя не заменит никто другой. А в доме папы так живу, мне папы пир горой. Ты вернулся домой, тебя не заменит никто другой. Отец творит и все, что хочет, а я весь в него. Говорю и происходит, вот наследие мое. Отец творит все, что хочет, а я весь в него. Говорю и происходит, вот наследие мое. Отец творит все, что хочет, а я весь в него. Говорю и происходит, вот наследие мое. Отец творит все, что хочет, а я весь в него. Говорю и происходит, вот наследие мое. И ничего нет невозможного, ведь папа мой, Господь, Господь. И ничего нет для меня сложного, ведь я живу, аллилуйя. И я живой, а я живу, скажи, мне жить легко, а я живу, внутри любви вино, а я живу, мне жить легко, а я живу, я так живой.
Я вернулся домой, я вернулся домой, а в доме папы пир горой, в доме папы пир горой. Я вернулся домой, скажи, я вернулся домой, в доме папы торжество, в доме папы пир горой. Ты вернулся домой, тебя не заменит никто другой, в доме папы торжество, в доме папы пир горой. Ты вернулся домой, тебя не заменит никто другой. О, дорогой брат и сестра, дорогая жемчужина, тебя не заменит никто другой. Никогда не сомневайся, никогда не сомневайся в этом, что бы сейчас ты ни проходил, в каком бы состоянии ни был, созерцай себя на этом пире, на этом торжестве. Увидь тебя за этим шикарным праздничным столом, приготовленным Иисусом Христом для тебя. И помни всегда, ты вернулся домой, тебя не заменит никто другой. Ты вернулся домой, тебя не заменит никто другой. Это все из-за Иисуса, я буду петь и прославлять. Это все из-за Иисуса, я буду петь и танцевать. О, это все из-за Иисуса, о, я буду петь и танцевать. Это все из-за Иисуса, я буду петь и ликовать. Как прекрасен ты, Иисус из Назарета. О, как прекрасен ты, Иисус. Ощути его внутри себя. О, как прекрасен ты, Иисус из Назарета. О, как прекрасен ты, Иисус. Ты чувствуешь его внутри себя. О, как прекрасен ты, Иисус из Назарета. О, как прекрасен ты, Иисус. Просто начинай восхищаться. О, как прекрасен ты. О, враг трепещет от страха, когда мы вместе с тобой славим его. Аллилуйя! Он достоин! О, как прекрасен ты, Иисус из Назарета. О, как прекрасен ты, Иисус, я люблю тебя. О, как прекрасен ты, Иисус из Назарета. О, как прекрасен ты, Иисус. Тебе я поклоняюсь, ты достоин всей хвалы. Ты наш Бог чудесный, ты наш Бог прекрасный. Тебе я поклоняюсь, ты достоин всей хвалы. Ты наш Бог чудесный, ты наш Бог прекрасный. О, как прекрасен ты, Иисус из Назарета. О, как прекрасен ты, Иисус, я говорю тебе. О, как прекрасен ты, Иисус из Назарета. О, как прекрасен ты, Иисус. Тебе я поклоняюсь, ты достоин всей хвалы. Ты наш Бог чудесный, ты наш Бог прекрасный. Тебе я поклоняюсь, ты достоин всей хвалы. Ты наш Бог чудесный, ты наш Бог прекрасный. Только ты, только ты, наслаждение мое. Ты, только ты, вдохновение мое. Ты, только ты, наслаждение мое.
Наше дыхание.
Ты наша жизнь. Иисус, Иисус, Иисус. Слава, 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 Отец, спасибо тебе. Какое счастье быть твоим сыном. Какое счастье быть твоим сыном. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Отец, драгоценный, спасибо тебе. Аллилуйя. Благословенное имя твое. Благой, 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 великий, великий, благой. Благодарим тебя, славим, славим, прославляем, поклоняемся тебе, любим тебя, безмерно величие твое, Бог, в нас, безмерно величие могущества твоего в нас, Отец. Спасибо тебе за то, что твоя любовь в нас, через нас действует могущественно. Спасибо тебе, Отец. Благодарим тебя за твою любовь, за помощь, за мудрость, за силу. Мы победа от победы. Мы власть от власти. Мы сильные, рождены от Духа Божьего. Рожденные от Духа Божьего. Есть один Дух с Духом Божьим. Спасибо тебе, Отец. Спасибо за это чудо, которое ты сотворил для нас. За кровь Христа, за все, что для нас. Мы благодарим Тебя. Мы знаем, что все не напрасно. Все не напрасно. Ты всегда смотришь, ты наблюдаешь за нами. Ты знаешь каждую нашу мысль, потому что я и ты одно. Все мысли, которые приходят к нам, они от Тебя благие, угодные и совершенные. Все мысли, которые не от Тебя, мы их просто различаем, распознаем, игнорируем. У нас ум Христов, у нас золотой сияющий разум. У нас есть сила распознавать, у нас есть сила различать. Мы все можем. Мы все можем, потому что мы во Христе, мы в помазании, мы в силе и в славе Божьей. Все нам подвластно. Все пути нам открыты. Все дороги открыты. Все шлагбаумы подняты. Нам все содействует ко благу. Все ко благу Сына. Все Отец положил под ноги Сына. У нас всегда во всем устройство. Всегда. Потому что мы в радости и в торжестве. Мы сыны. У нас всегда во всем устройство. Мы всегда в нужное время, в нужном месте. Что бы ни задумал сын, все исполнится. Все будет так, как хочет сын. А если не будет так, то будет лучше. Потому что сыну все содействует ко благу. Все, просто все. Ангелы, они вокруг сына ополчаются, устраивают пути, просто делают все так, чтобы все получилось. Спасибо, Отец, за то, что ты научаешь нас доверять тебе. Мы в совершенном доверии, потому что мы совершенные. Мы знаем наш путь, мы видим Отца творящим. Спасибо тебе, Отец. Какое счастье быть твоим сыном. Какое счастье быть совершенным сыном Божьим. Какое счастье быть сыном совершенного, сверхъестественного Отца. И мы сверхъестественные сыны. Все нам содействует ко благу. Слава тебе, Отец. Мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя. У нас совершенное здоровье, совершенное мысли, совершенные удивительные идеи. Мы совершенные сыны. Спасибо тебе, Отец. Мы так благодарны тебе за все. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты собрал нас всех вместе, чтобы молиться в согласии, чтобы молиться за нашу Белоруссию, чтобы нам молиться за небесную цивилизацию,
чтобы нам молиться за нового человека во Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что совершенный новый человек, Иисус Христос, Он сейчас по всему лицу земли, и все больше и больше поднимается Сын, все больше и больше. Мы высвобождаем помазание на каждую страну, на каждый город, на всю небесную цивилизацию, которая расширяется, расширяется до конца земли, до пределов, до края земли. Мы благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя за пастора Андрея, за Олю. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что через Андрея, через Олю Ты даешь нам просто сверхъестественные знания, помазания, понимание. Спасибо, Господь. Какое счастье быть Твоим сыном, какое счастье быть в небесной цивилизации. Какое счастье думать, мыслить по-другому, совершенно по-другому. Мыслить как сын. В Слове Твоем написано «умолитесь, как дети». Это значит, не умолитесь, как маленькие дети, как ребенок, хотя и это тоже, но умолитесь, как сыны, осознайте, что вы сыны, что вы дети Бога, признайте, согласитесь с этим, и мы согласны с этим, мы согласились, мы осознали, мы приняли, и мы живем, как сыны. В обновленном разуме, в обновленных мыслях. Спасибо тебе, Отец. У нас всегда есть слово поддержки для каждого, для любого человека. С кем бы мы где ни встретились, с кем бы пути наши не сошлись. Для каждого человека у нас есть мудрое слово от тебя. Мы всегда знаем, кому что сказать. У нас есть слово поддержки и слово утешения и ободрения. Спасибо тебе, Господь, за мудрость, которая обитает с нашим разумом всегда, всегда. Спасибо, Господь, за то, что мы здоровы, мы сильные. Мы благословляем наши семьи, семьи всей небесной цивилизации. Даже всех наших родственников, которые, может быть, еще не знают или противятся, или еще что-то. Мы знаем только то, что они в наших сердцах. И мы благословляем. И мы знаем, что это помазание, оно течет через нас, потому что мы носим их в наших сердцах, мы их обнимаем, и мы высвобождаем это помазание на них, которое просто просветляет, прочищает их разум. Мы заполняем их светом Твоей любви, Отец, Твоей божественной любви. Спасибо тебе за то, что твоя любовь, она течет через нас. Мы благословляем нашу Белоруссию, нашу прекрасную, любимую нашу Белоруссию. Мы говорим «Живе Беларусь!» И мы высвобождаем помазание, помазание устройства и Божьего порядка на этой земле. Спасибо тебе, Отец. Какое счастье! Иметь такого отца, на которого можно полностью положиться, полностью довериться. Ты сказал, возложите на меня все ваши заботы. И мы ни о чем не заботимся. Мы возлагаем на тебя, и мы знаем, что ты позаботишься лучше, чем это сделаем мы. Мы просто идем и делаем то, что может рука наша. Мы идем и делаем то, что мы знаем, что нам надо делать. Но устройство от тебя, победа от тебя. Коня готовят на день битвы, но победа от Господа. Поэтому мы идем и делаем то, что ты говоришь нам делать, то, что мы знаем, как делать, но победа от тебя. Спасибо. Какое счастье сотрудничать с тобой, Отец, быть твоими просто соработниками. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У нас всегда во всем устройство, всегда обеспечение приходит. У нас всегда просто миллион идей, миллион возможностей. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя, Господь. Аллилуйя. Обеспечение
приходит сверхъестественно к нам. Сверхъестественно. Если где-то кто-то что-то хочет делать, бизнес, и у него не получается, то у сына получается всегда. Потому что сын идет, уповая на отца. Потому что сын идет, делает и знает, что ангелы ополчаются вокруг, ангелы помогают во всем. Всегда устройство, всегда получается. Если что-то не получается так, как хочет сын, то обязательно получится лучше, потому что мы не расстраиваемся. Мы знаем, что если что-то не получилось или что-то не сделалось, значит, будет лучше. Просто ожидай, просто радуйся, ожидай, и получится лучше. И будешь удивляться, и будешь свидетельствовать, и будешь радоваться, и будешь говорить: да, я так и знал, папа устроит все. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Благодарим тебя за помазание. Наши стези источают ту, где бы мы ни шли, что бы мы ни делали. Мы туда несем свет. Будь всегда уверен, что ты свет. Куда бы ты ни пришел, ты приносишь туда свет. Если тебе даже кажется, что ничего не происходит, не думай так. Иди, будь уверен, что происходит. Потому что ты идешь свет. И эта волна, которая исходит из тебя, она изменяет все. Ты волновой сын, волновой человек. От тебя исходят волны, вибрации, которые просто меняют все вокруг. Пусть даже ты этого не видишь, но ты должен знать, что это так. И тогда увидишь. Просто согласись с этим, поверь в это. И увидишь, как все меняется, как все происходит. Как твой божественный свет. Он меняет все. И люди исцеляются. И мертвые встают. И просто бесы убегают от одного твоего появления. Потому что ты пришел и принес свет в любую сферу. Куда бы ты ни пришел, где бы ты ни появился. Даже когда ты направляешь свои мысли куда-то, уже происходит движение. Уже происходит движение. Ты направляешь туда свои мысли, ты направляешь туда свет. И там начинает шевелиться, ангелы подключаются. И они производят там работу сверхъестественную, чудотворную. Потому что ты сын просто сверхъестественного Бога. Ты чудотворный, ты сверхъестественный. От одних твоих мыслей все меняется. Держи свой разум в чистоте. Не допускай, чтобы какие-то стрелы прилетели, испортили тебе настроение. Как только ты поймал себя на мысли, что пришла какая-то негодная мысль в твою голову, начинает портить тебе настроение, сразу гони ее и просто запрещай. Моментально переключай свой разум на светлое, на чистое, на ясное, на доброе. Не соглашайся ни с какой мыслью. Отражай все раскаленные эти лукавые стрелы. Просто моментально их отражай. Возвращайся быстро в свет. Возвращайся в помазание в Иисуса и говори: я не в преступном свете. Никто не может ко мне прикоснуться. Я на горе, я на высоте. Я здесь сижу, одесную Отца. Я посажен здесь. Я управленец. Я сижу здесь на престоле. Я сижу в этом потоке все. Я здесь все меняю, я здесь все делаю. Вся власть принадлежит мне. Все могу во Христе. Все могу в помазании. Все могу в животворящем духе, в силе, в славе. Я победитель. Я победитель. Все подчиняется Сыну. Все подчиняется голосу Сына. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Безмерно величие, могущество твоего в нас, в сынах, без всякой меры. Без всякой меры. Нету меры твоей силе. Нету меры твоему помазанию. Твоей власти. Идешь и побеждаешь, даже не сомневайся. Потому что все ангелы, все святые, все
Они подвизаются, чтобы помочь тебе. Они только ждут, когда ты включишь свою веру, пойдешь и будешь все делать. И они просто счастливы тебе помогать. Они просто ждут, когда ты подключишься, когда ты поверишь, когда ты начнешь двигаться, делать это все. Все работает. Все работает. Помышляй. Видь это в своей голове. Увидь себя этим победителем. Оденься в эти одежды победителя. Оденься в эту царскую корону, в эту одежду царскую. Иди действуй. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо, Господь. Все Сыну содействует ко благу. Все. Мы всегда в победе. Мы всегда в силе. Мы всегда в победе. И по-другому не может быть. Не может. Потому что Бог в нас. Как Бог может не победить? Как Бог может что-то не сделать? Как у Бога может что-то не получаться? Не может такого быть? Не может. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Ты благой и великий. Любим тебя. Славим тебя. Ленулюшка, помолись. Включи микрофончик. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, я так благодарна тебе за этот мощный портал, который ты здесь собрал, Господь мой. За это огненное царство сейчас, здесь, в этом портале, Господь мой. Мы поднимаем свои руки за нашу Беларусь, Господь мой, за нашу молодежь, за наших подростков и детей, Господь мой. В этот день, 1 сентября, Господь мой, я просто хочу благословить всех наших знакомых и незнакомых, всю нашу просто нацию, Господь мой. Нацию Твою, Иисус. Потому что я знаю, Иисус, что Ты так любишь Беларусь. Ты любишь этих детей, Господь мой, потому что это будущее. Это сыны, Господь мой, открытые сыны. Даже те, которые не знают, я просто благословляю их разум. Я просто беру и ставлю вот эту вот защиту от этого влияния негативного на их разум. Я говорю, что они свободные сыны. Они зрячие сыны. Я просто благословляю нашу молодежь. Благословляю их разум, Господь мой, просто помазываю их разум. И всякая чернь, которая пытается просто приблизиться, она будет отлетать от них. Я говорю, огонь Духа Святого на их разум. Огонь Духа Святого на их разум. Давайте все вместе сейчас воспламенимся за нашу молодежь. За наших детей, за детей, которых еще не родились в этом мире физическом, мы их еще не видим, Господь, но мы уже благословляем, потому что мы благословляем эту землю, Иисус, 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 помазание Твое, огонь Твой, Господь, мы просто... И никто не сможет их сломить, и никто не сможет их остановить, Господь, мой, потому что Ты движем, Ты просто двигаешь ими, Господь, они живут Тобой, они просто вместе с Тобой, Господь, мы едины и непобедимы, Господь, мой, потому что мы для Тебя, Иисус, вся наша нация, Господь, мой, чтобы мы смотрели на наших детей и просто радовалось сердце наше, что они с юности познали Тебя, Господь мой, и вся слава да будет Тебе, Господь мой, я благословляю родителей, я благословляю сейчас дедушек и бабушек, Господь мой, вот эти семьи, я просто говорю, объединение семей, всякие раздоры, всякие непонимания, Господь мой, они уходят прямо сейчас, Иисус, я просто благословляю каждого белоруса, и не только. Господь мой, милость Твоя велика. Милость Твоя велика. Иисус, Иисус, Иисус. Хора некатера лай. Хенера ла катура менера лей. Огонь Духа Святого нежно, нежно сжигает. Сжигает всякую боль прямо сейчас. Всякое непонимание. Эта душевная боль, которая просто как камень, она лежала на твоей душе, она уходит, растворяется. Легкость приходит, сила Твоя, Господь мой, здесь могущественно двигается сейчас, Господь мой. Какие-то наросты на коже просто уходят сейчас. Еще до этого, когда я только думала за этот зум, Господь сказал, что такое высвободил слово деторождение, деторождение.
Я думаю, это как духовные, так и физические. Если у кого-то есть какие-то вопросы, просто благословляю вас. Деторождение. Сыны открываются. Сыны открываются. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус, 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 Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Поток Твой течет сейчас. Поток Твой течет сейчас, Господь мой. Поток. Просто впусти. Я вижу, как мы все, как парусы такие, плаваем, и Господь хочет, чтобы вы сейчас расслабились, и просто вот этот, что парус, он, ну, как бы ветер Духа Святого, он мог просто повернуть вас. Просто не сопротивляйся сейчас, теки в этом потоке, теки, теки, просто расслабься. Господь хочет сделать, Он хочет поменять твои мысли. Просто, просто не сопротивляйся сейчас, окунись в этот поток, окунись в этот поток. Аллилуйя, Господь мой. Любовь Твоя так сильна. Любовь Твоя так сильна, так могущественна. Она просто рекой течет, течет, течет. Иисус. Иисус. О, ремендра лакатей. О, ренера лакатей, ширинера лей. Аллилуйя. Оксичек, спой нам, пожалуйста, песенку. А я ее уже тут играю сама с выключенным микрофоном. Я счастлив без конца.
счастлив без конца, Папа, Твоя любовь так велика. С небес хвала текущая. Твоя река так широка, потоками звенящая. Внутри меня Твоя любовь так велика. О, с небес хвала текущая. Твоя река так широка, дана, потоками звенящая. Обогащи, Иисус, я в этом потоке. Я в дыхании Отца, я в сиянии Его лица. Я вместе с ним торжествую.
я смотрю на подвиг нашей души вместе с Иисусом с довольством. Потому что Он все сделал для меня, и я это принял. Я горжусь тем, что я сын. Я Его сын. Имею полное право гордиться моим Господом. Да? Хвалиться моим Господом. Великая честь. Вкушать Его любителя и быть среди Его любимых учеников. Скажи, я любимый ученик. Я любимый ученик. В этот назначенный людьми, потому что не людьми, день знаний. Мы говорим с тобой, что я любимый ученик Иисуса Христа. И я приношу много плода на эту землю. И мы с тобой имеем любовь друг к другу. Аллилуйя. Аксинь, ты невозможно остановить, да? Невозможно остановить просто. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто влился? Кто влился в этот поток? Кто занырнул? И, наверное, не может вынырнуть. Аллилуйя. Вообще. Аллилуйя. Мы самые счастливые, понимаете? Да. Мы такие счастливые. Просто напился, будь человеком вообще. Ой, отец. Мы такие счастливые, что просто вот прет. Как это правильно слово сказать? Прет. Чтобы вообще. Говорим, слов нету. У меня всегда есть слова. Спасибо, отец. Аминь.
Спасибо, Господь. Благодарим Тебя, Отец, за все. Благодарим Тебя, Господь, за счастье быть Твоим сыном. Благодарим Тебя, Господь, за помазание. Благодарим, Господь, за мудрость, за то, что Ты всегда нас ведешь. Мы всегда знаем, куда идем. Спасибо, Господь, за семью. Спасибо, Господь, за небесную цивилизацию. Спасибо, Господь, за то, что нас много, и с каждым днем нас больше и больше. Ты расширяешь нас, расширяешь. Ты расширяешь наши возможности, наши способности, наше мышление. Ты всегда творишь все новое. Ты с нами творишь все новое. О, Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо за кровь Христа. Спасибо за то, что уже все совершилось. Уже все есть, уже все сделано для нас, все. Ты такое для нас сделал, ты такое для нас совершил. Отец, спасибо. Иисус, спасибо за эту пролитую кровь, за твое тело, за все, что ты сделал для нас. Мы соединяемся, мы просто соединяемся с тобой. Мы всегда помним о твоей жертве, о том, что ты сделал. Мы всегда помним. У нас одна кровь. У нас одна кровеносная система. Я и Отец одно. Мы тело. В нас живет Иисус. Мы вкушаем тело Христа. Мы соединяемся. Мы одно. И это нельзя разделить, это нельзя изменить, это нельзя как-то на это повлиять. Это факт, который есть, и это счастье, великое счастье для нас. Спасибо, Отец. Мы твои любимчики, мы счастливчики, мы везунчики, мы помазунчики. Спасибо. Кушаем, братья. Спасибо, драгоценные. Может, кто-то еще что-то хочет сказать, добавить, помолиться? Включайтесь. Может, кто-то что-то хочет рассказать? Не стесняйтесь. Свободный Нет. микрофон включаем. Угу. Что так тихо? Живые есть тут? Алло? Или все уплыли куда-то? Тут. Тут мы, тут. Можно мне? Да. Привет всем, друзья. Ой, правда, нет у меня. Я засвидетельствую, вчера молился за нашего нового сторожа. Вот, парень такой импозантный, ходит в ковбойской шляпе. Ну, у него такая окладистая борода широкая, ну просто, я говорю, я ему позавидовал. Ну, что интересно, этот парень язычник, да? Я верю в Перуна, там, Владу, там, еще в каких-то этих. Но вот я разочаровался, потому что эти священники все с органами сотрудничают, поэтому вот, поэтому он ударился в это. А, и куча болезней. Парень здоровый, пожарником работал. И вы знаете, он с удовольствием, с радостью согласился помолиться, чтобы я за него помолился. Я так удивился. И буквально по всем вопросам политики, жизни, отношения, у меня с ним была полная гармония. Я просто удивлялся. Я таких людей уже в последнее время почти не встречаю. Сколько друзей отлетело за последние 2 года или последние полгода. Сами знаете эти события. А с этим парнем бы я просто удивлялся и по всем вопросам веры, кроме язычества. Вот. Но вы знаете, после молитвы он как ребенок плакал.
а мужик килограмм 120 такой, представляете? Я был шокирован сам, но я чувствовал, сила текла через меня вот так. Его зовут Сергей. Вот, благословен, отец. Я просто радуюсь, что Бог касается, вот такие у меня свидетельства. Саня, спасибо вам, что вы есть. Слава Господу. Да, Саша, правильно, ты Иисус, друг мытарем, грешником, все четко. Да, да, да. Я теперь не делю, верующий, неверующий, язычники нет, понимаете? Это отец, в их глазах я вижу отца. Они мне все такие родные, милые стали, просто вот так вот, по-другому начал смотреть. Я раньше там делил их там вот, извините за слово там, расисты там, еще как-то вот, нет. Нет, я готов теперь всех обнять, понимаете? Вот так вот. Вот буквально это недавно, вот последние там недели, вот так вот. Благодарю отца. Ну, остаток злобы уходит. Вот. Да. Спасибо. Слава Господу. Слава вас. Классно, спасибо, Саша. Спасибо. Кто-то еще что-то скажет? Смелее. Кто что видел, кто что переживал, давайте, делитесь. Сегодня или раньше, или кто-то что-то понял, может быть, из проповедей пастора, из там, последних курсов, что кому открылось, это все в назидание будет для нас, для всех. Никто ничего не понял. Ну, подождем. Ну, ладно, тогда будем, наверное, заканчивать, да? Драгоценные, благословляем вас. Любим, спасибо, что присоединились, помолились, потекли. Так хочется посмеяться. Но я девушка серьезная. Ну, давайте хоть посмеемся, если нечего сказать. Я уже терплюсь последних сил. Я хочу быть серьезной молитвенницей. Ой, драгоценные. Люблю вас. Такие вы классные все. Хоть вы не вообще подключали видосы, никого не вижу. Где вы под столом? Под столом. Да, хотя бы включились, чтобы хотя бы посмотреть на вас. Ну ладно. Ладно, мы высвобождаем на вас смелость, решительность, чтобы вы не прятались, чтобы вы говорили слово, чтобы вы смело присоединились. Вот, Людмила появилась смелая. Кто еще смелый? У вас сейчас есть шанс отличиться. Давай скорее, Люда, говори. Да, Людмила, скажите что-нибудь. Микрофончик не может включить. Вот была предпоследняя проповедь. У меня где-то, наверное, уже с месяц так болели суставы ног. Вот эти, короче. Я еле ходила. Я уже иду, ну, прямо из последних сил. Ну, боль-то такая. А потом слушала в воскресенье, или когда там у него была эта проповедь из Казахстана. И все, я сказала, я принимаю исцеление. И все, и слава Богу, вот уже неделю у меня ни суставы уже хожу, бегаю, копала сегодня грядки. Так что все нормально. Господи, напишите в чаты. Да, надо вот написать. У меня тут... Я это самое собираюсь ехать к сыну, и никак ничего пока не получается с этой визой. Короче, и в Минск ездила, мне отказали, потому что не гражданка Белоруссии. Надо опять сейчас ехать в Москву. Короче... Вот такая вот круговерть. Ну, а так все, слава Богу. Я верю, что все будет. Мы освобождаем устройство для вашей визы и для поездки. Принимайте вперед. Вы просто как куда-то ехать или куда-то идти, вы просто говорите, мне все просто вот содействует ко благу.
У меня во всем устройство, я пойду и все решить, как положено. Я же говорю, сын сказал, что поедет, значит поедет, все двери открыты. Да, ну, аминь. Там вот такие, одни говорят, что надо приглашение, потом мне из Эстонии сказали, что сейчас приглашение не надо, в общем, не пойми что. Одни говорят одно, пишут другое. В общем, вот mm-hmm. такая вот, с этими санкциями, такая тут вообще непонятка. Ну, сынов это не касается. Аминь, аминь. Двери все открыты, все, открывайтесь, мне надо ехать, все. Да. Ну, вот так мы вот. Все, так, мы меняем обстоятельства, мы влияем на обстоятельства. И обстоятельства, они под нас подстраиваются так, как нам надо. Вот мы поехали на Вилейку, и у моей невестки там в октябре родственники поумирали, надо было там памятники ставить, и надо было в субботу. А мы в субботу на Вилейке. И я вот просто... говорю, ну, мы же должны здесь быть, а мне надо ехать в субботу им помогать там, повозить с одного кладбища на другое, там два памятника ставят. И я говорю, папа, я хочу отдыхать здесь. Значит, как-то должны обстоятельства измениться. Потому что у нас оплачено, все, нам так здесь хорошо, погода, солнышко, мы загораем, купаемся, а тут мне все оставь и едь. Mm-hmm. И мне невестка перезванивает и говорит, что позвонили, сказали, что сломалась у них машина, что будут ставить памятники в следующую субботу. Я говорю, папа, спасибо. Все, идет устройство во всем. И так всегда. Вот надо что-то. Мне вот надо так. Ну, как-то не планирую. Ну, надо, чтобы так вот было. Значит, будет устройство. И спокойно. Не надо волноваться. Потому что когда волнуешься, как перекрывается вот этот поток. Благословение. Ну, да, да, да. Начинаешь сам суетиться. Оно чик и перекрылось. А надо расслабиться, сын сказал, и отдыхай, и оно все устроится. Аминь, аминь, да, слава Богу. Ну, я верю, что все будет, все устроится, аминь. Я съезжу. Конечно. Я вообще думаю, может мне там остаться. Ну, посмотрите, как будет расположение сердца. Захочется, останется, аминь. Останется, аминь. Нет, так нет. Ну все, или еще кто-то что-то нам расскажет. На этом все. Больше ну, некому. До завтра тогда. Все, дорогие, до завтра. Все, пока-пока. Все, с Богом. Да, все. С радостью, с хорошим настроением. Отдыхайте. Аминь. Аминь. В потоке. Все, всех благословляю, люблю, целую. Отключаемся. Аминь. Отключаемся. Аминь. Кто там отключает? Я.